Этаж за этажом возводится строительный комплекс «Еврокласс» в микрорайоне Кольное. Строительная компания «Зеленый сад» создает здесь целый квартал, общей площадью 9 гектаров. Будущие строители, студенты 1-го и 5-го курсов Рязанского политехнического института, побывали на стройке и на практике увидели то, что до этого знали только в теории. Совсем скоро здесь появится 5 жилых домов. И у ребят появилась уникальная возможность проследить за процессом с самого начала. Забивка свай стала главной темой этого урока на строительной площадке. Они узнали, как отсыпался земельный участок, какие сваи бьются, каким методом их бьют. Им ответили на все интересующие их вопросы касаемо забил свай, материал свай, крепость свай, как они обрезаются, крепятся последующие к монолитной плите дома. Зеленый сад более 10 лет сотрудничает с Рязанским политехническим институтом, и стройплощадки стали настоящей базой для прохождения практики для студентов. Организация «Зеленый сад», она не только, скажем, принимает студентов на практику, она оплачивает им работу за время прохождения производственной практики, она помогает кафедре промышленное и гражданское строительство, приобретает необходимую технику, вот, которая необходима во время работы, и очень благоприятно и благожелательно относится к студентам. Поэтому этим сотрудничеством мы очень довольны, хотим его обязательно, это сотрудничество, поддерживать. Сами студенты признались, что подобная экскурсия на стройплощадку была крайне полезной. Много нового узнали как старшекурсники, так и первокурсники. Привлекло то, что это связано с моей будущей профессией. И вообще это очень интересно, само как строится в большеэтажное здание, многоэтажное здание, извините, и как сливается фундамент. Мы узнали о том, как возводится свайный фундамент, как это все происходит на самом деле. Просто у нас мы делаем курсовую работу, и в ней мы также производим расчет свайного фундамента. Летом мы проходили практику, и, конечно, надеюсь, что вернемся на практику снова, потому что «Зеленый сад», ну, хорошую возможность предоставляет увидеть все то, что мы проектируем, так сказать. То есть одно дело это все мы проходим, а другое дело увидеть все это на стройке. Помимо того, что студенты познакомились с конкретными этапами строительства, они наблюдали, как на практике внедряются новейшие технологии и разработки, которыми славится «Зеленый сад». Здесь в первую очередь думают о комфорте и безопасности жильцов, поэтому все дома комплекса «Еврокласс» будут оснащены комплектацией антитеррор, устройствами обнаружения взрывчатых веществ и камерами видеонаблюдения во всех ключевых точках, как внутри дома, так и снаружи. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».